Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. Я делал уже видео про микрофон Fifine T669 и также про микрофон Fifine K780. Но меня многие спрашивают, в чем отличие между одним и вторым микрофоном и какой из них все же лучше всего выбрать в 2020 году, чтобы не прогадать. Итак, в этом видео будет сравнение этих двух микрофонов, и я скажу свое мнение, какой из них мне нравится больше и какой бы я рекомендовал выбрать себе в личное пользование. Итак, поехали! Конечно, во внешнем виде разница очень даже существенна. Как вы можете видеть, во-первых, отличаются микрофоны по габаритам. Fifine T669 намного меньше, чем K780 в своих габаритах, хотя у них установлены одинаковые по диаметру капсули. Это капсули на 16 мм. Внешний вид 780-го мне нравится немножечко больше. Также у него вот эта вот сеточка выполнена в виде такого конуса, как бы. Это смотрится, на мой взгляд, намного симпатичнее, чем просто вот такая вот сетка в виде цилиндра. Тем не менее, этот микрофон тоже интересный, и его значительное преимущество — это то, что он имеет встроенный регулятор чувствительности на самом микрофоне. Также снизу у них установлены одинаковые разъемы USB тип B. По техническим характеристикам эти микрофоны абсолютно одинаковые. Частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц на одном и на втором микрофоне. Но вот по комплекту немножечко разница есть. Естественно, в комплекте с одним и со вторым микрофоном идет вот такой вот поп-фильтр. Также в комплекте с одним и со вторым микрофоном идет вот такая вот стойка пантограф. Также в комплекте с одним и со вторым микрофоном идет вот такая вот струбцина, чтобы вы установили стойку пантограф вот сюда вот. Ну а вот эту вот струбцину прикручивали к столу и использовали микрофон. Также идет вот такая вот ветрозащита. И с каждым микрофоном идет вот такой вот кабель длиной 2,5 метра. И с обычным разъемом USB-A, который подключается к компьютеру. Но вот микрофонные пауки у этих микрофонов немного отличаются. В T669 идет вот такой вот паук. Он выполнен полностью из пластика. И вот здесь вот, естественно, резиновые вот такие вот штуки, которые гасят вибрации. А в комплекте с микрофоном Fifine K780 идет вот такой вот металлический паук. Вы сюда просто вставляете микрофон и зажимаете его. И тоже выполнены вот такие вот резиновые вставки, которые гасят ваши вибрации. В принципе, вот это вот решение, конечно, более надежно, хотя и вот этот вот паук ничем не хуже. Свою задачу он выполняет, гасит вибрации и, в принципе, делает звук чище и лучше. Поэтому, в принципе, ну да, разница в материалах есть, но разница в качестве гашения вибрации здесь, в принципе, нет никакой. Но в комплекте с микрофоном Fifine T669 идет вот такая вот небольшая стойка тренога, такая же, как в K669 идет стойка тренога, и, соответственно, идет вот такое вот крепление для микрофона. Вы все это дело вот таким вот образом прикручиваете и сюда устанавливаете микрофон. Это, кстати, достаточно удобная вещь, потому что в комплекте с K780 такой стойки треноги не идет, хотя достаточно удобно, если вы едете куда-то в поездку, либо хотите взять куда-то микрофон с собой, можете брать вот эту вот треногу, и вам не обязательно тащить с собой большую стойку пантограф. Поэтому, на мой взгляд, все же комплект у микрофона Fifine T669 немножечко лучше. Ну и также наличие вот этого вот регулятора, это, безусловно, огромный плюс в сторону выбора именно вот этого вот микрофона. Ну а теперь давайте послушаем качество записи звука на один, на второй микрофон, сравним их и уже будем определяться, какой из микрофонов все же лучше выбрать.
Все, установил микрофоны на оригинальные стойки Pantograph. Вот это у нас микрофон Fifine T669, вот это у нас микрофон Fifine K780. Вот так они выглядят на комплектных стойках вместе с комплектными пауками. И вот один поп-фильтр буду использовать. В принципе, два мне здесь не надо устанавливать, одного будет вполне достаточно, чтобы протестировать эти микрофоны. Подключил я их к компьютеру и сейчас будем записывать тестовую запись. Чувствительность на одном и на втором микрофоне у нас одинаковая, но в T669 есть регулятор чувствительности на самом микрофоне, я его выкрутил на 100%, а в системе настроил и один, и второй микрофон на 40% громкости. Итак, а теперь давайте протестируем эти микрофоны. Раз, два, три, раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. Сейчас я тестирую два микрофона, Fifine T669 и Fifine K780. В данный момент звук записывается на микрофон Fifine T669. Вот такое вот качество записи звука. Я разговариваю через поп-фильтр на расстоянии примерно 10 сантиметров от микрофона. Оценивайте качество записи звука. Раз, два, три, раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. Сейчас я тестирую два микрофона, это Fifine T669 и Fifine K780. В данный момент звук записывается на микрофон Fifine K780. Вот такое вот качество записи звука на этот микрофон. Записываю с помощью поп-фильтра на расстоянии примерно 10 сантиметров. Вот так вот записывает микрофон, вот такое вот качество. На мой взгляд, качество записи звука на один и на второй микрофон очень даже хорошее, и оно плюс-минус одинаковое. На мой взгляд, особой разницы нет. Ну а вы слушайте, как вам. И давайте еще послушаем эти же фрагменты, но с небольшой обработкой. Раз, два, три, раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. Сейчас я тестирую два микрофона, Fifine T669 и Fifine K780. В данный момент звук записывается на микрофон Fifine T669. Вот такое вот качество записи звука. Я разговариваю через поп-фильтр на расстоянии примерно 10 сантиметров от микрофона. Оценивайте качество записи звука. Раз, два, три, раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. Сейчас я тестирую два микрофона, это Fifine T669 и Fifine K780. В данный момент звук записывается на микрофон Fifine K780. Вот такое вот качество записи звука на этот микрофон. Записываю с помощью поп-фильтра на расстоянии примерно 10 сантиметров. Вот так вот записывает микрофон, вот такое вот качество. Какие итоги я могу подвести? В принципе, на мой взгляд, лучше все же покупать именно модель Fifine T669, потому что у него немножко богаче комплект. Этот микрофон можно будет взять с собой, взять вот эту маленькую стойку треногу и использовать такой вот небольшой сетап для удаленной работы где-то, либо где-то поездку, либо где-то на дачу взять, куда угодно вы его можете взять, и этот комплект не будет много места занимать у вас в сумке, либо в рюкзаке. А стойку Pantograph вы можете использовать дома как штатное устройство, в общем, ее установить где-то и больше не снимать. Также огромным плюсом микрофона Fifine T669 является наличие регулятора чувствительности на самом микрофоне. Мне такая фишка очень нравится, потому что вам не нужно каждый раз будет заходить в настройки компьютера, вы можете с помощью одного регулятора менять чувствительность и подстраивать ее под свой голос, либо под расстояние, на котором вы снимаете. Либо в любой момент, если вы не хотите использовать микрофон, не хотите, чтобы вас было слышно, вы можете выкрутить чувствительность на 0, тогда микрофон как будто бы уходит на мьют. Но в то же время мне нравится дизайн микрофона Fifine K780. Он выглядит так прикольно, он немножечко побольше, нет на нем никаких регуляторов, никаких кнопок, поэтому он выглядит более лаконичнее, и сам паук здесь более качественный, потому что он выполнен из металла. Поэтому, как бы, в принципе, и один, и второй микрофон интересные. Цена на эти микрофоны одинаковая. Естественно, ссылочки будут в описании под видео и на один, и на второй микрофон. Переходите и смотрите актуальную цену на момент просмотра вами этого видео. Лично я себе бы выбрал именно модель T669 и вам советую. Хотя и этот вариант тоже может кому-то понравиться. Вот такое видео сегодня у меня получилось. Надеюсь, это видео вам понравилось и вы обязательно поставите лайк.
Обязательно подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался. И также нажмете на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А с вами, как всегда, был я, Виктор. Всем желаю удачи, всем пока-пока.